Сразу в трех столичных водоемах обнаружили личинки малярийного комара. И один из этих водоемов прямо за моей спиной в парке Лефортово. Вооружившись сачком, мы вышли на охоту за опасными насекомыми. Личинки анофилиса, так по-научному называется малярийный комар, обитают в теплой застойной воде. Она обязательно должна быть чистой. При этом личинки держатся чуть-чуть ниже поверхности воды. Если кто-то нашел личинок комаров в водоеме, то это не значит, что в соседнем водоеме их нету. Угу. Их полно всюду. Их полно всюду, да? И анофилиса того же. Каждый год во всех водоемах, да? А почему же тогда они находят? Роспотребнадзор, почему же тогда не только? Или они не все водоемы пробирают? Они не все не ищут, потому и не находят. К слову, малярийного комара в Первопрестольной находят чуть ли не каждый год. Например, в 2010 году в черном списке оказались сразу 6 водоемов, в том числе в Кузьминках и Лефортово, те же, что и в этом году. А в 2009 личинки анофилиса нашли в Большом Садовом пруду, пруду Парка Дружбы и в Головинских прудах. Головинские пруды, вообще говоря, постоянно попадают в список опасных зон. И санитарные обработки, которые ежегодно проводят специалисты Роспотребнадзора, не помогают. Слишком уж живучие эти твари. Что ж, после часа вот такой своеобразной охоты весь наш улов – это несколько маленьких рыбешек и других обитателей пруда. А вот специалистам удалось выловить здесь личинок малярийных комаров. В ближайшее время водоем ждет дезинфекция. Не то что купаться, но даже ходить здесь по вечерам небезопасно, ведь малярийные комары особенно активны ночью.